Стиль большого города – это когда занятые люди находят время на красоту. Сегодня ее принято доверять профессионалам, которых можно найти не только в центре. Парковый – это быстрорастущий микрорайон в городе Челябинске. Здесь акцентировано как раз очень много молодых семей, молодых девушек, женщин, которые сейчас следят за собой, которые хотят хорошо выглядеть. Соответственно, я подумала, что почему бы и нет, будет хорошо развиваться данное направление. Первое впечатление, когда заходишь, это, конечно, интерьер. Очень такой стильный, располагающий, но качество будет не хуже. Новый объект на модной карте Челябинска получил название «Мята». И если для кондитеров это ингредиент, то для идейных вдохновителей нейл-студии это целый ассоциативный ряд, наполненный положительными эмоциями. «Мята» – свежий взгляд на красоту. Я подумала, что я смогу с другой стороны подать своим клиенткам качество обслуживания. Да? Это и уютная студия, и атмосферная. Дизайн у нас такой атмосферный достаточно. Я подумала, что наши клиентки по-другому посмотрят все-таки вот именно вот на этот бизнес и на это обслуживание. Цветовая гамма – это все очень важно для мастера, так как нужно работать именно в комфорте. А такой прекрасный оттенок мятного очень освежает, и студия достаточно просторная, хватает света. На открытии, среди всех прочих угощений, были и сюрпризы от мастеров. Гостям предложили уходовые процедуры и декоративные покрытия. Все качественно, все безупречно. Надо мной ухаживали, приносили кофе, чай, потакали всем моим капризам. Я сюда пришла, потому что в Парково, можно сказать, это одна единственная нейл-студио. Очень красивый, интересный интерьер. Достаточно очень современно все, красиво. И поэтому он заинтересовал меня, и я решила сюда прийти. Девушка, которая делает себе маникюр сама, в наши дни большая редкость. И если тенденция обращаться к профессионалам будет сохраняться, возможно, вскоре пилочки и лаки можно будет найти только в специализированных местах.